Привет, народ! Сегодня вот посмотрим такую вот планшеточку для рисования. Вот идет в такой вот упаковке. Так, ну тут написано вес 110 грамм. 2 года батарейка должна работать. Диагональ 5,8. Тут вот на английском тоже характеристики. Ну, сделано в Китае, разумеется. Так, себестоимость ее вот купили 550 рублей в магазине. Так, ну достаем. Целлофанчик. Так, ну как говорил уже, диагональ ее 5,8 дюйма. Синего цвета у нас она. С ней идет вот такой стилус. Стилус, получается, ставится сперва кончик, а потом вот эта попка задвигается вот сюда, в пазик. Так, стилус убираем. Так, вот. Еще можно стилус вот делать вот так. Воткнуть. И поставить. Так, не получилось. Так, вот как фоторамка. Ну, там рисунок нарисовать и оставить. Так. Так, что еще здесь есть? У нас есть кнопка стирания. После того, как нарисовали рисунок, необходимо нарисовать другой. Можно на кнопку нажать, и рисунок сотрется. Так, тут также кнопочка. Ой, кнопочка. Такой вот разъемчик. И у нас батареечка. Батарейка-таблетка. На 3 вольта. CR2016. Так, ну я уже поменял, сюда поставил другую. Потому что, которая была с ним, она какая-то слабоватая. Рисунок получался такой. Поставил японскую, купил. Так, ну давайте попробуем рисовать. Включать ничего здесь не надо, просто берем этот стилус, рукой рисуешь, ничего не будет там, другой стороной. Так, другой стороной рисую, смотрите, тоже рисую, я, честно говоря, не знал. Вот видно, да? Можно и другой стороной рисовать, честно говоря, первый раз. Так, нажимаем, стерлось. Но так надо, необходимо именно вот этим кончиком рисовать. Так, ну что нарисовать? Давайте такую машинку. Жигули. Антенна у нас такая тут будет. Колесики. Фары. Так, можно закрашивать. Вот видно, что красит. Вот так, выхлопная труба здесь будет. Так, ну вот смотрите. Под разными углами. Ну, видно, что люстра светит, но все равно все видно нормально. Вот у меня буквально где-то 20 минут назад ребенок рисовал, 5-летний. Хотите ребенка, чтобы он отдал вам ваш телефон или планшет, немножко как бы занялся, так сказать, делом более-менее. Вот можно такое предложить, чтобы ребенок рисовал, а не только там... Играл в компьютере, в ноутбуке или еще в чем-то подобном. Так, ну что можно еще нарисовать? Давайте человечка нарисуем. Голова, шейка. Да, конечно, еще художник-то тут. Ну так. Так, у нас сегодня 1 мая. Давайте ему воздушные шарики. Нарисуем такое глазки. Погода, конечно, у нас это прохладно. Шапочку ему такую зимнюю.
пальчики. Такой. Ура! Мир. Май. Труд. О, труд. Русский язык забыл. Не вот видно. Такой вот рисуночек интересный появился. Нажимаем. Бац. Не понравилось другое. Так, ну блин, мне, конечно, стало интересно, что можно рисовать это. Я думал, непосредственно таким стилусом можно рисовать. Но тут видно, да, что я вот рисую. Сейчас я вот посмотрю что-нибудь другое. Другим предметом. Так, ну вот у меня пилочка для ногтей. Вот она в пластиковой тут. Такой чехольчик. Попробую, будет рисовать. Да? Смотрите. Рисует. И закрашивает также. Получаться можно, наверное, любым пластиковым предметом. Потому что вот рукой водишь, ничего нету пальцем. Вот видите? А вот ногтем вожу. Ногтем уже рисует. Так, давайте еще последний рисуночек. Кому понравилось данное видео, даже не знаю, как правильно нарисовать-то. Как говорил не художник. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Лайк. Все, до встречи на канале. Пока.